Весна не наступит, пока не поставлена точка в ледовых баталиях. Кубок Иваново-Вознесенска по хоккею завершился в минувшую субботу. В финале на ледовой арене встретились команды «Вичуга» и «БГВ» из «Старой Вичуги». Вот такое хоккейное дерби. Чтобы попасть в финал, команды заняли в своих подгруппах первые и вторые места. И потом среди четырех команд проводился, так сказать, мини-турнир с выбыванием по олимпийской системе. И в финале оказались вот эти две команды. В первом периоде преимущество отвоевали игроки БГВ. Сумели на протяжении всего отрезка держать защитников «Вичуги» в напряжении. И на перерыв ушли при комфортном счете 4-1. «Вичугу» мы давно знаем, мы и соперники, и друзья, во-первых. Когда-то мы играли в одной команде, но довелось нам в этом году сыграть, как говорится, соперниками быть между собой. И мы всегда думаем, что они нам достойные соперники, серьезные и умные. Это соперник наглядно продемонстрировал уже после перерыва. Сложно представить, каких усилий это стоило «Вичуге», но несмотря на существенное отставание, ее игроки сумели сравнять счет и в последнем периоде выйти вперед. Возможно, все дело в поддержке болельщиков. Их на финальном матче собралось немало. «Вичуга! Вичуга! Вичуга!» Встреча закончилась со счетом 8-5 в пользу «Вичуги», но болельщики БГВ не очень расстроились. В любом случае, Кубок Иваново-Вознесенска отправится в их муниципалитет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.